Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G73. И сейчас мы разберемся, как с нашего устройства Android на iPhone перебросить любой файл. В этом деле нам поможет приложение Send Anywhere. Мы его открываем на наших устройствах. Его можно скачать на оба телефона без всяких проблем. Соглашаемся с условиями использования на нашей Motorola, так как я использую впервые. Приложение здесь разрешаем, все. Not now, окей. Okay. Теперь отправлять мы будем на iPhone, так, потому на iPhone ставим плашку получить и ждем. Выбираем, что будем отправлять. И нажимаем отправить. Генерируется шестизначный ключ. Мы его вводим в поле «Введите ключ». Нажимаем «Получить». И через несколько мгновений начинается загрузка, и все готово. Файл был успешно доставлен на наш iPhone. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!